Не понимаю тебя иногда, дочь. Если бы ты знала, как далеко я летала! На сцене областного драматического театра одна из самых романтичных историй о любви. Алматинские актеры привезли в Шымкент спектакль «Алые паруса». Я плавал по морям и океанам, не была во тьме нисколько, не устал. Я с детства жил, мечту моя стать капитаном корабля и ничего иного не желал. Я с детства жил, мечту моя стать капитаном корабля, я в цель шел и капитаном стал. Яркое театральное событие собрало в зале более 600 зрителей. Молодежь нашего города смотрела постановку с огромным интересом. И понятно почему. Много в интернете сидеть нельзя, и нам нужно посещать хорошие мероприятия. Обязательно есть над чем посмеяться, обязательно есть что обсудить потом после спектакля. Есть темы для разговоров. Ну, интересно все-таки ходить. Секрет, спросите у любых морей, секрет, единственный ответ, секрет, команды не найти дружней, и в этом весь секрет, и в этом весь секрет. Для многих зрителей это известная на весь мир история любви юной девушки по имени Ассоль и капитана Грея оказалась новой. Не все сейчас знают и саму повесть «Алые паруса» Александра Грина, но теперь, после спектакля, у кого-то обязательно возникнет желание ее прочитать. Сейчас такая молодежь, что они очень редко, очень мало читают, к сожалению. А театр – это все-таки то искусство, которое может привлечь зрителей. Если они не прочтут, а посмотрят эту постановку, то они задумаются. Во-первых, очень многое в их жизни поменяется. И потом они придут домой и обязательно почитают эту пьесу. Спектакль «Алые паруса» был выбран Алматинским театром именно для показа молодежи. Эта история любви, история мечты трогает сердца молодых людей вот уже много лет. Истинная любовь существует, и для нее нет преград. А мечта, даже самая невероятная, может стать явью. Актеры не только прекрасно играли на сцене, но и пели вживую. И все это смотрелось очень искренне. Мы отдаем очень много энергии, видите, я сейчас совершенно вымученная, измученная. Но взамен получаешь тоже вот эти аплодисменты, когда в конце спектакля очень часто бывает плачут. Ой, я смотрю на это, у меня тоже слезы, инфаркт и все такое. В награду алматинским актерам театра имени Натальи Сац долго звучали аплодисменты от молодых зрителей Шымкента.